Всем привет! Я надеюсь, вы скучали по видео с выполнением заказов, потому что сегодня у меня буквально 3-4 заказика есть, которые мне нужно сделать, и я подумала, почему бы не сделать их вместе с вами. Если вам нравится эта рубрика и вы хотите видеть ее чаще, то обязательно ставьте лайк, чтобы я это понимала. Но просить подписаться на Инстаграм, наверное, нету смысла, поэтому в описании под видео я оставлю вам ссылочку на мой Телеграм-канал, куда в случае чего я буду заливать все фотки и, возможно, в самом неприятном случае видео. В общем, туда переходите, чтобы меня не потерять. Я уже подготовила типсы по размерам, подпилила их. Вот так вот будет выглядеть первый дизайн. Не сложный, я такое уже делала не один раз. В качестве фона возьму 179 оттенок от 3SK, а полосочки, скорее всего, будут Rock Nail. Когда до них дойдем, покажу, какие оттенки возьму. Для вот этих полосочек я возьму 142 и 163, также от 3SK и 169 от Rock Nail. Возьму еще белую гель-краску для тонких линий. Она у меня, кстати, теперь от Rock Nail. И только посмотрите, какие у них маленькие баночки с гель-красками. Они прям малюточки. Мои прошлые были намного больше, но при этом по граммовке в них было также 3 грамма, что в тех, что тут. Вот такой вот наборчик получился. Сейчас скину фотку и будем приступать к следующему заказу. Следующий дизайн такой вот полупрозрачный и форма миндаль 2,5 сантиметра. Цветник, я думаю, милковский, витражный сюда отлично подойдет. Для начала все ногти я перекрыла витражным гель-лаком, затем беру цветную базу, я взяла тоже голубого цвета, хотя, думаю, можно было взять и белую. Прямо кисточкой наношу небольшие разводы, потом прямо на непросушенные разводы я ставлю бабочек, все это просушиваю и перекрываю сверху еще одним слоем витража. И у нас получаются те же самые прозрачные ногти, но с затемнением в некоторых местах. Смотрится это намного интереснее, и я думаю, можно было даже сверху не перекрывать еще одним слоем витражей, а оставить так. Дальше у меня один заказик на обычные однотонные ноготочки. Возьму такой зеленый оттенок от Milk и просто нанесу его в 2 слоя и перекрою потом глянцевым топом. Однотонные ноготочки готовы, сейчас их подпилю, наклею на подложку и приступаем к дизайну. Самое интересненькое я оставила напоследок. Такой вот тематики мне нужно сделать ногти. Очень мне нравится, когда скидывают фотки, то, чем я могу вдохновляться. А у меня как раз есть фигурки Melody, да, будут ногти с объемными фигурками. И вот эта вот белая штучка, фигурка у меня тоже есть, это... Предполагаю, у нас одна рука будет розовая, другая голубая. В общем, сейчас увидите, будут объемные фигурки и будут те самые сердечки. Здесь в качестве фона я использовала молочный оттенок от Milk. Это 40-й цветная база. Также 2 оттенка из новой коллекции Rock Nail. Это вот эти вот крутые хлопья. И также 2 оттенка от Rock Nail. Это 169 и 635. We'll be right back.
Наш фон готов, и теперь я приступаю к слайдерам и объемным фигуркам. Вот такой получился финальный результат. Попросили переделать вот эти вот два ноготочка, убрать все-таки прозрачный и заменить на ноготочки с облачками. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Было интересно, возможно, что-то было вам полезно. Еще раз повторюсь, что все ссылочки есть в описании. Также вы все еще можете заказать у меня ногти, если у вас удается это сделать через Инстаграм, то через Инстаграм. Если нет, то можете заказать их через мой Телеграм. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в следующих видео.